Создание эффективного и экологичного производства – основной приоритет группы компании «Росхи». Так, сразу два предприятия, входящие в холдинг – Башкирская содовая компания и Стерлитамакский нефтехимический завод – представили на специализированном форуме «Экология и технологии» решения в области снижения выбросов в атмосферу. В этом году на реализацию их только природоохранных проектов заложено более 3 миллиардов рублей. Экологическая повестка, экологическая политика для нашей компании является приоритетной, и мы уделяем активное внимание этому вопросу при планировании своих расходных частей бюджета, при планировании инвестиционного развития. В рамках форума представители башкирской содовой компании рассказали о комплексном плане модернизации технического перевооружения производства. Одним из ключевых шагов в этом направлении стало подписание 4-стороннего соглашения в рамках федерального проекта «Чистый воздух», прошедшего год назад на этой же площадке. Соглашением предусмотрены мероприятия, направленные на фактическое снижение количества выбросов в атмосферный воздух. В частности, по итогу реализации мероприятий уже за прошлый год факт снижения выбросов составил 217 тонн. Экологи посчитали, это зафиксировано. Всего предусмотрено 8 больших крупных мероприятий, блоков. Общий бюджет порядка 8 миллиардов рублей до 2030 года. Все проекты находятся в графике. Предприятие группы «Росхим» активно инвестирует в экологические проекты. Только за прошлый год башкирская содовая компания вложила порядка 800 миллионов рублей в реализацию проектов, позволяющих улучшить экологическую ситуацию в Стерлитамаке. А за последние 5 лет эта сумма составила порядка 6 миллиардов рублей. Холдинг «Росхим» демонстрирует свою серьезную приверженность экологическим стандартам и намерен продолжить внедрять новые технологии и методы для минимизации воздействия на окружающую среду.